Ну, сегодня 1 ноября в 16:30 будет от нашего садика Силама Рукилиль. Мы проводим кампанию деревоотражателей. Проводим мы эту кампанию не только одни, то есть нам помогает и МТУСН, и помогает полицей тоже. Маленькая программа, потанцуем, чтобы тепло было, поговорим немножко об отражателей. Также для чего это надо, вечернее время, как переходить дороги. Вот такие маленькие напоминания, которые нам очень помогают при дорожном движении. И также каждый может сам повесить свой отражатель на дерево, чтобы тот, у кого его нету, была бы возможность его оттуда взять. Эта программа не первый год, это уже много-много лет у нас. Сначала мы начали с Пасюпеса садика, и сейчас мы решили немножечко побольше эту вот кампанию провести, так как у нас большой садик уже в Рукилиле. Ждем вас около спорткомплекса сегодня в 16:30.